Очередной успех Китая на технологическом фронте. Местные специалисты преодолели сложности 40-нанометровой технологии и представили свою разработку на конференции в Чанша. Это микрочип улучшенных характеристик для спутников навигационной системы Бэйдоу. 40-нанометровый модуль может обеспечить высокую точность анализа данных, он быстрее и продуктивнее. Благодаря небольшому размеру он также может быть установлен на легких по весу роботах, беспилотниках и интеллектуальных самоуправляемых автомобилях. Китай получил эксклюзивные права на производство таких чипов.